Итак, слежу за разрядом мапа. На данный момент 496 секунд. Напряжение батареи 11,4 вольта. И постепенно падает. Я думаю, что в течение 2 минут мы должны отключиться. Если что, вот у меня вилка, которую я скоро вставлю в розетку. Кстати, меня интересует вопрос напряжения на вилке. На вилке показывает 33 вольта. Ладно, 33 вольта, короче. Вилка дает в обратную сеть 33 вольта. Потому что скоро мы должны будем разряжаться. Хотя в этот раз вместо 14-12 ампер, поэтому я думаю, может быть, на минуту дольше. Не 2, а 3 минуты будем разряжаться. А опять-таки мап и компьютер. Единственное, что питает сейчас мап, это компьютер. Компьютер отключен как от принтера, так и от интернет-сети, чтобы на всякий случай нигде не пробивало землю. И ну вот мы пошли 10,7. Я думаю, что скоро начнет мигать. Мы должны вот-вот за порог зайти и начнем крайне опасный эксперимент. Кстати, компьютер подключен к мапу без УПСа. И я надеюсь за последние 10-5 секунд успеть включить вилку. Тогда у меня будут сохранены все данные, и я все смогу это выложить. Кстати, давайте я сниму, как выглядит весь мой компьютер вместе с мапом включенным. Вот на данный момент идут данные. Мы видим, что 10,3 это секунды. Затем напряжение на батарее без нагрузки. Потом вот где 11, это напряжение на батарее с нагрузкой. А нет, извините, 12, это сколько ампер мы сейчас потребляем, какой ток течет через батареи. Вот батарея. Это датчик, температурный датчик. И как видите, солнечный модуль сейчас отключен, он моргает. Вот этот провод не подпитывает батарею, потому что дает существенную прибавку. И таким образом вот подключен монитор и компьютер. Батарея показывает 10,9 вольт. Так, вот компьютер, который от нее питается. Собственно говоря, аккумулятор. Вернее, простите, вентилятор. Блок питания. Аккумулятор вы знаете где. УПС не подключен.
Вот мы видим, что данные подходят. Сзади видно, что отключил все порты, в том числе интернет. То есть это полностью автономная система сейчас. Минимальные токи почти не меняются. Амперы не меняются почти. 9,9. Так, я думаю, что сейчас начнется. Ага, так. Пошел отсчет. В любой момент я начну включать сеть. Она у меня в руках. Меня интересует отсчет времени. 37 секунд. Я думаю, я додержу до 15 секунд и включусь. У меня все готово в руках. Буквально в 15 секунд я включу это все. Даже, может, попозже. Все, включаешь сеть. Пошла сеть. Все. Так. Вот, зафиксировал, что сеть включилась. Я перестаю делать замеры. Все, сейчас выложу график. И это видео тоже. Спасибо за внимание.